мама тут у тебя так занимается? Так я не поняла, почему ты не хочешь, чтобы день рождения был? Ну, потому что, если, например, он наступит завтра, то еще несколько лет ждать. Во-первых, не несколько лет, а один год. Ну, один год это очень долго. Если наступит, там... Ты, это в твоем очень долго. 24 часа просто. 24 часа один день рождения, и больше через год надо ждать. Это неправильно. Подожди, ты ничего не поняла. Смотри, у тебя завтра день рождения, послезавтра празднуем. У тебя, считай, два дня вообще будет длиться вся эта история. Два дня. Ну, а потом год ждать. Год ждать, да. Еще надо выздороветь до конца, да, Масюнечка? Я выздоровела. Мне температуру не меряют, потому что у меня уже нет. Ну, то, что у тебя температуры нет, все равно еще надо отлежаться денечек.